стільки років пройшло з часу першого TEDx Київ. Які ти бачиш результати вашої роботи і які ти бачиш перспективи в майбутньому розвитку цього руху? Добрый день. Времени прошло не так уж и много, всего лишь 2 года. Обычно любая конференция проходит раз в год, но движение TEDx в Украине, очевидно, настолько ожидаемо и настолько необходимо, что только один TEDx Киев за 2 года провел 5 мероприятий и уже подходит к 6-му, а плюс к этому начинают развиваться уже все остальные города, большие центры, те, кто тоже ощущают потребность и необходимость в том, чтобы общаться, чтобы представители из разных культур, сегментов деятельности, представители науки, бизнеса, технологий могли общаться на одном уровне, узнавать друг у друга, что это есть. Какие конкретные результаты? Я уже сказала, это 6-я конференция в TEDx Киев, это порядка 5 городов, если я не ошибаюсь, которые уже проводят TEDx у себя в городах. Это TEDx Донецк, TEDx Львов, в прошлые выходные был TEDx Харьков, это TEDx Винница. Я вас поздравляю с этим замечательным, я уверена, очень интересным событием. Насколько я знаю, планируется TEDx Ровно, TEDx Ужгород. Словом, рост есть, и мне кажется, это не всегда измеримо в цифрах, но это измеримо в впечатлениях, новых возможностях и пересечений, которые люди, интересные люди, умные люди, люди, стремящиеся к развитию и себя, и своих городов, своей страны, вот те возможности, которые люди находят, вот в этом измеримо. Дякую, Олю. Тим, хто нас дивиться, хочу нагадати, що ми чекаємо на зворотній зв'язок від вас. Заходьте в Facebook в групу TEDx Вінниця і пишіть нам Twitter хештег TEDx Він. За кілька хвилин після музичної смаковки ми розпочнемо вже слухання спікерів конференції TEDx Вінниця. Залишайтеся з нами.